Идем по той стороне, ведь неправильно, я хочу пройти мимо него. Вон туда. Давай. Направо. За мной я проведу. Идем, вот эта машина едет. Да что же вы все кричите сегодня? Что все такие нервные? Не знаю. Начало недели. Блин, я спокойно как удав. Кость, машет, нам надо зайти. Блин, свернулась калачиком и спит. Идем прямо. Они все сюда перебрались. Шо? А вообще шуруповерт нужен один остался. Так он же. Искры пошли. И он накрыл. Задымился. Сгорели эти микросхемы, походу, погорели. Шуруповерт. Ну понятно, он уже ресурсы свой отслужил. Ничего ж не вечно. Ремонт. Ага, не скоро. Осторожно, колдобин, смотри под ноги. Может, если сравняешься с мной, то идешь у меня сзади, как отстающий в школе. Все, сейчас мы на кран успеем. Не успеем на зеленый. И ждать. СТО на Таганровской. Ну что, починимся? Ничего себе, он тронулся. Тронулся. Мозгами тронулся, походу. Вот, ты его то фотографировал, то есть точение вот то. Вон то. Чепрасов кино. А ну постой, я сейчас быстро. Как раз за 15 секунд я успею. Что? Идем. У нас сейчас по дороге будет. Идем. Вон, нужно, возле Евы, кидай. Вон она, Ида. Кидай и догоняй. Я потихоньку стартану. Бля, не тут такое. Ну, то, что ты фотографировал. Козеля, не тут такое. На окне. Тролли. Ну, здесь же что же? Ева. Мужская одежда. Мэн стайл. Терминалы не работают. Обидно. Там что-то частенько ломается. Да что ж не вечно. И обслуживание замысловатое. Вот так как у людей. Это все как флешку распечатать вот здесь. Да вышел потом, вспомнил, забыл. Что распечатать ты хотел? Фотографию тебя. Копицентр ты хотел распечатать? Да. Там. Я всегда там, и ксерокс, там, и такое. Ясно. А я у них меня футболки заказывал. Делают классно. Только логотип им сбросить предварительно, я не знаю, вот Афона. С маской, да, пустят. А ты же хочешь зайти? За бонусы хотел. Пошли зайдем. Сейчас узнаем. Если ты в маске, ага, тебя пустят. Я имею в виду, может, соседиться с тобой. Ограничений нет, наверное. Надо туда переходить, нам же ту сторону надо. Идем. Радиоприемник поставили обычно, что это...
Я боюсь, чтобы видео за музыку не занесли. Ну, снесли потом. А я тоже. Что? Да ёлки, пропускает меня. Музыка играла. Вот гитара тоже будет показать. Но я думаю, оно не будет, потому что если ты дай... с другой стороны. А? То все равно, ты все равно музыку заменишь. Папа говорит, не надо ничего. А тут хорошее место, мне мама говорит. Сюда да, люди часто ходят. Скис. Ну, чайок, выпечка сюда свежая. Если там никуда не спешить, посидеть, долго чай кофе будет оставаться. Ну да. Если так просто гулять, зайти, да, может. Да, иди вперед. Маска едва, я тебя сейчас догоню. У тебя в кармане.